В этом месте на возвышенности городской свалки на окраине Мариуполя оборудовали свои огневые позиции националисты. Место очень удобное, просматриваются все поля, подъездные пути, дороги рядом. В итоге выбивали их отсюда почти полтора месяца. 30 боевиков были убиты, и часть националистов ушла в жилые дома рядом. Здесь достаточно глубокий подвал. В нем можно было легко укрыться от любых видов тяжелого артиллерийского вооружения. Вот все, что осталось. В этом расположении были именно боевики Азова. Вот их майки фирменные. Здесь же, по всей видимости, либо Атенлоу, либо Джавелина, тубусы. Ну вот видно, бежали даже, за собой ничего не убрали. А на всех этажах выше националисты оборудовали огневые позиции и устроили в каждом помещении практически склад с боеприпасами. Здесь у нас выстрелы от РПГ, здесь мелкий калибр, и тут уже от крупнокалиберного пулемета.